усвоить правила съемки и монтажа, овладеть техниками анимации, научиться звуковому оформлению мультфильма можно теперь на занятиях в Челябинском храме великомученика Пантелеимона. Детская студия мультипликации получила название «Добрые истории». Занятия проходят по воскресеньям для детей от 7 до 14 лет. Уроки ведет Наталья Перепелко, которая обучает детвору мультипликации уже много лет. Всего будет проведено 2 курса обучения. Первый уже идет и закончится вместе с учебным годом. Потом будут летние каникулы, и в сентябре будет новый набор детей. Всего обучение пройдет более 20 человек. Планируется создать мультфильмы, которые будут посланы на конкурсы детской мультипликации. Подробнее о мультстудии можно узнать в группе ВКонтакте.